Всем приветики, буфетики, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на третью серию сериала «Сержант Братан. Найдем этих беспредельщиков». Сериал пока неплохой, вторая серия такая... Первая была крутая с тем актером, вторая более-менее, короче, получилась, ну, как-то, может, типа, проходная что-то. То есть особо не влияющая ни на что. То есть мы смотрели только, как он пока начинает привыкать ко всему, разгоняться. Сразу скажу про момент, про минуту молчания. Я спрашивал, типа, чего он ждет. Я думал, типа, если нарушили уже, то, в принципе, ну, там же уже болтали, типа, минута молчания нарушена, и могли бы уже встать там, но они все равно как бы выжидали этот момент, все это было понятно. Вот, про дочурку еще писали, ну, там, это просто было мое мнение, но я был рад почитать ваши комментарии, так что еще пишите, поддерживайте канал комментарием, лайком, будет супер круто, если вы еще и задонатите, вот, но что-то этот, я, наверное, не знаю, что-то никто не помогает рублем, очень печально, ладно. Первая серия, реакция на первую серию, кстати, дофига просмотров набрала уже. 86 было, ну, может, 90 сейчас будет. Вау, круто. А вот вторая что-то как-то просела. По просмотрам, ну, не вылазит в рекомендации почему-то. Не знаю. Короче, давайте. Поддержка канала, в комменты. Все, смотрим третью серию. Будем искать этих беспредельщиков. Поехали. Мне сказали, следующую серию можно посмотреть сразу. Давай конкретно. Но мы смотрим серию, когда они выходят на YouTube. Просто надо пройти. Я не смотрю в YouTube. Кто не в курсе? В первой строчке. Просто некоторые пишут иногда. Приятного просмотра. О, помоги Кингою. Так, мне писали про... Про Найманов. Это клан. Салтанат, саған не болған? Әкең өкпелесеңде. Інің түт бір шоу. Тумам. Мен оған айтқам өзі ғой шықпай қойған. Давай оларды босат. Папаң едабынағаны комадан шықты. Сын-то у него лет. Менде әке жоқ, танымаймын оны. Ол ешқандай жамандық жасаған жоқ. В смысле жасамады, мам, это уголовная статья. Он занимался вымогательством. Хорошо, что еле объяснила этому ағашке, забрал свое заявление. Болды. Оған тағы бір шанс беріп көр. Ол 23 болды, комада жатты. Комадан енді ғана шық, мұны өмірге енді ғана үйреніп жатқан жоқ па? Ту, мам, зачем ты с ним сусюкаешься? Он и его этот друг Була как были бандитами и уголовниками, так и останутся. Мам, ол ешқашан өзгермейді, түсінші, пожалуйста. Короче, или сен оларды қазір жібересің, или таяқ жейсің. Нормально. Мама. О, мам! Вот тебе попадет тебе. Сам ты пусты. Джеки! Джеки, калай с ним! Еще раз подставишь братишку, или услышишь, что ты опять что-то мутишь, клянусь, я тебя посажу в тюрьму. Как раз там 90-е тебе понравится. Ты меня понял? Қартайып кеттің ғой? Енді өмір ғой, енді жасырмайсың ғой, қартаясың, қайтесің енді. Қалай, семья, балашаға? Семья болды. Ей, қойшы, өзің қалайсың. Жақсы. Сколько лет, сколько зим, қуаныштың жәке. Сержан, қалайсың, бәрі жақсы ма? Не переживай, татешка, все нормально. Не ғой, қарындарың ашқан шығар, е? Капец, қарын деген, шұл құрақ кетті. Е, мам, қан асып кетті. Не, жүріңдер үйде тамақ дайын. О, какой базар! Жәке, сен тамағың бар ғой. Офигенно! Да уж, дилемма. Ну, прикольный сюжет, то, что дочка, как бы, мент, мое, там, а отец бандит. Время, обязательно.
Салаттан салып жесеңдерші. Жанар, жәке, алтынсын қой сен. Ол сен таңдығалы бері, тамағы всегда дәмді. Біле, чөтка. Еті вообще, кайф. Ұнады ма? Жұмыстан әкедім. Қаш еті жұмыс берсің? Ой, баяу. Мен ет сатып жүргіл. 8 жыл болды ғой. Өзің немен айналысып жүрсің? Ай, біздікі жай. Тірліктер ары, бері шақ бұлау. А, айтпақшы бұл ба? Сержан екеуің бір-біріңді қайдан тауып жүрсіңдер? Сержан брата мен ангел хранитем сияқты ғой. Прикин, о дүниеден аман алып қалды. Қалай? А? Там, Жанарка, проблемамен кейіңізде көбейіп кетті. Сосын жынданып, арақшы, мойныма арқанса, пу. Жоқ. А, ұйықтап жатқан жерімен оятып алды. Сендерді бар қой, бір дастархан басында көрген өте қуаныштымын. Шырқынай осынайда бір 100 грамм болса, да, братан? Я какой там 100 грамм? На, 100 грамм шайдан шықпа. Ё-моё! На қарайындар, алдындағы инстаграмға салған видео интересіңе шығып кетті. Біз трендтеміз, активистейінен ұрып тұр прям. Үй, мұна неме? Төбілес па мұна? Жүрі, не ғой, вайын ғой. Ош бірге, вайын түсіреміз? Вайын деген немене? Вайын деген не ғой андай? Интернетті юмористический видеолар ғой? Қайсаңда, ералар сияқ прикол ма? Типа сондай да. Прикольно, братан. Братан, ойлаш, қартайғанда звезда баламын. Дерсін, скес, ералаш. Городок держать надо, а не снимать на видео, бля. Жарай, жігіттер, сендер өздерің отырып, асықпай тамақтарын шеберіндер. Мен бар, төсек сала берейін. Жанара. Ау. Сержан, братан. Бүгін сендердіне қонсам бола ма? Да, конечно, какой базар? Я, әрине қон. Ержан балам, ағаңа осыны төсек салып берзер ма? Братан, бағыттысын ғой сен. Алтын ғой сен, Жанарым. Бәлі, бұлы. Таныш отырым, нормально, тамағым шекше, бі. Рановато, мне кажется, для него. Хотя... Ну, у него что-то как-то нет желания вообще. Никаких чувств. Никаких чувств, блядь. Никаких чувств. Вот так вот. Как врежут. Это Татьяшка, убери руки. Ты что делаешь? Ту, Серж, Татьяшка, димиш. Бертурли следики. Ну. Вообще-то миссия на елем. Ты что, не понимаешь, с одного раза? Я сказал, блин, убери руки. Ту, Серж. Ну, Серж, Сержик. Ну, не болтан. Ну, что такое вообще? Ты до сих пор эта игра есть. Ну, а что не спишь? Прикинь, я вжег, братан. Мой нам капец-то. Давай на двоих. Эй, пока. Эй, дик-дик.
Лопату возьми, запарил. Че, куда ты прёшь? Моя звезда, Не реби, щегла разбудишь. Чего остановился? Послушай, надо. Во-во-во. Что там, братан, ойландым, да? Еще чего? Интернет кестрюет, ярлаш тайтам. Да, блин, детский не жень, не серьезно, че. Я, братан, не деген жесткий сынгей. Балан, кішкене қолдақ қойсыш. Көрдің ғой, қалай өзі саған тартылып жүрген. Бағана мен турада қалай өзін достойно ұстады, да? Бала емес пе, кішкене молодец деп арқасынан қағып қойсыш. Ладно, посмотрим. Так, примерно. Жанар, рахмет саған. Тура бөпе сияқты ұйықтадым. Жақындарым жанында оянған қандай керемет. Оқасы жоқ бұла, сендер тамақтарыңды асықпай іше беріңдер, мен жұмысқа асығып бара жатырмын. Давай, давай. Міне, бағана айтқан селебрити осы ғой. Қарашы қандай әдемі да. 16700 подписчигі бар. Ол көп па? Жоқ, конечно көп. Звезда ғой ол деген. Сенде қанша? Да, менде там 310 подписчиктер бар. Ну, қосылады скоро. А ладно, а мне хорошо, Сэйли Бьюти. Она едем, я? Она. Много шмара сияқты ғой. Шынар емес, ава. Сэйли ғой, Сэйли. Шмара, проститутка. Олай айтпасаңызшы. Нормальный қыз ғой ол. Қызың ба не? А? Да нет, жоға. Жаным шығып кетті ғой. Напряженные пока отношения. Салам, братан. Хайрлы таң. Ну чё, Щегол? Ярлаш сүреміз ба? Да? Серьезно? Офигенно! Круто! Давай түсірейік! Инстаграмды жаратын боламыз. Так, подожди. Как ты сказал? Инстаграм. И чё такое? Инстаграм, ну... Соцсеть. Қалай түсіндіржен болады. Андай ғой, фотоальбом бар ғой, фотоальбом. Тура сондай, только телефонның ішінде. Там фото бар, видео бар, вайн бар. Вайн я помню. Сен айтқан сайды, как ералаш, да? Да, ералаш. Но только оған адамдар лайк басады. А чё такое лайк? Лайк этот... Лайк андай ғой, ералашты көрген адамдар ұнаса, ну, типа, рахмет лайк басады. Мен сізден совет сұрайын деп келіп отыр едім. Өзі. Ну, зачем к нему-то? Айту қайдағын қайсыз. Мен күйім... Маған әйел ретінде мүлдем қарамайды. Жанар, ну, он же только вышел из комы. Период адаптации требует определенного времени. Жоқ, мен оны түсінем, білем. Мен жақында гинекологта болып едім. Маған айтады, биылдан қалмай бала көтеру керексіз дейді. Әйтпесе мүлдем туа алмайсыз, өзіңіз білесіз ғой, возраст дейді. Ал мен бала туғым керек. Сержа маған мүлдем қарамайды. Мен оны 23 жыл күттім. Иә, жағдайыңыз қиын екен. Конечно, я могу выписать препараты для вашего мужа. Но это будет опасно. Организм у него не окреп. Он же как ребенок. Заново открывает для себя свой мир. Но если вы хотите пробудить в нем какие-то чувства, может стоить попробовать создать для него атмосферу 90-х. Ну, чтобы обратил на вас внимание.
Калай? Вам надо стать объектом его желания. Вспомните, как вы первый раз встретились. Как вы выглядели на первом свидании. Может быть, это поможет. Каждый фото и видео геолокация койгон. В смысле? Мынау аркылы адамдардын кай жерде жүргөнүн билге болот. Геолокация даже опасна. Неге? Ойлонсан шенди. Форточниктер геолокация аркылы сен бакылап отурат да, хатада жок үйүң бәрин тонап кетет. Правильно? А еще хэштег деген нерсе бар. Слушай, хватит информатики. Суть поняли. Я лайк саган. В общем, мынандай бир вайым бар. Скамейкада экөөңүз чемишке чагып отурасыздар. И тут мен келем полицейский формада. Хулиганы, мусорды мусоркага тастаңдар дейм. И тут сіздер мені мусоркага тастайсыздар. Ну чё, қалай? Слушай, Щегол. Чё-то я тебя не понял. Обоснуй за свой вайн. Сіздер түсінбедіңіздер вайн? Вообще. Түсінбейтін несі бар? Получается, мы чё, какие-то быки, что ли? Жоқ, мусорды, мусорка, типа каламбур сияқты ғой. Каламбур, слушай, по факту, мы не правы. Мен келді ескертті өзге. А біз мусорим сидим даже. Слава ба? А он нормальный пацан шығар, да, дұрыс па? А мы его ни за что зашкварили. Получается, мы беспредельщики. Так же? Жоқ, сіздер вообще түсінмедіңіздер. Просто бұл... Түсіндік. Егер понятия деген дүниеге миың жетпесе, ол туралы ералашын түсірмей қой. Түсіндің ба? Кешіріңіздер, егер ренжіп қалсам. Онда өздеріңіз басқа бір вариант айтыңыздар. Вариант. Вариант, вариант. Вот, братан, саған вариант. Помнишь, ана 95-ші жылы бір бизнесменді прессовать етіп еді ғой, есіңде ма? Че, есімде жоқ. Ана бизнесмен ше, бидаймен айналысатын который. А, вспомнил, найман ба? Я, сол, сол. Приди по группе голос, братан. Рахмет. Ас болсын. Че там, ешкім жоқ па? Жоқ, ешкім жоқ, нормально. Ну-ка, давай, рассказывай. Че за повод? Сен бұрын бойын болушы едің ғой бұлай. Мен бүгін врачқа барғам ғой. Сол айтады, сержанның желаниясын ашу үшін, типа, 90-шы жылдардың образын жасау керек деп совет берді. Просто бар ғой, сержан маған вообще қарамайды. Он чё, охренел, что ли? Сен оны сонша уақыт күтесің, уайымдайсың. Ал ол саған вообще внимание обращать етпей жүр ма? Жанар, 23 жыл. Аз уақыт емес. Сен 23 жылда жігітіңді армияға 23 рет жіберіп, 23 рет күтіп ала аласың. Самал, онда түсінуге болады ғой. Ол да недавно комадан шықты. Ой, не защай его, пожалуйста. Жанар, какая же ты дура. Күйесің, сүйесің, сол үшін уайымдайсың, өле жаздайсың. Қайдағы бір бандит үшін. Сен кішкене жан жағына қарасаңшы. Біздің директор, Бахрам әка, сен соңынан жүгіргенде қанша уақыт болды? Какой мужчина. Богатый. Умный, щедрый, узбек, классный. Самал, не айтпейтін сен. Қайдағы Бахрам әке? Мен күйеуім бар емес па? Ай, қойшы сол күйеуімді. Ай, 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 той шашымды күйдірдің ғой. Әкеші өзім ақсыйым. Күйеуіңе бар істейші. Кошелек. И сколько здесь? 6 000? Да. Уходим. Поехали. Да, подожди.
сенің руың кім еші бұл? Найман. Найман? Таңын білін. Кокола пересчитай. Вот это лайн, это я понимаю. Молодец, классно, Вайс, сняли. Давай вот это, еще шашлык принеси. Махмуд, давай. Я все понял, будет сделано. Она лайк поставила. Ты че, Чигула? Загрузился? Зато умер. Блин. Что-то подписчики мне, он на меня занят. Жаман комментарий жазжет. Ну-ка, оқыш. Чё за не смешные шалдары, чё за өтірік бандиты, я бы их всех с одного удара ужатал. Читай. Братан, керегіміз настроен құртпай қойыпш. Я сказал, читай. Ой, бе, керегіміз это. Они снимают, а стыдно мне. Кто-нибудь выколите мне глаза. Ержан Вайнс, твой отец, такой же мал, как и ты. Это нормальный файн. Так. Давай рассудим ситуацию. Чего? Их на что-то кинул, что ли? Нет. У тебя были какие-то там непонятки с ними? Нет. Говори правду. Человек не может просто так оскорблять другого человека. Серьезно это? Меня вообще там мой молод. Точно? Да. Ну, значит, это беспредел, бля. Ну, это интернет. Здесь все так делают. Ну-ка, покажи. Поехали. Кайда. Найдем этих беспредельщиков, поставим на место. Хай, бля, с удовольствием. Хит, брат. С огнем играет. А где это снимается? В каком городе? Да еще сюда. Какой-то маленький вроде городишко. Так, по геолокации он сидит здесь, в этой кафешке. Услай того болот, братан Берн. А может, не надо? Ничего страшного, ой? Ты Щегол, много не базарь. Уснул. Надо, Щегол, надо. Кит. Его же предупреждала дочь. Как бы реально делов не натворили. Не узнал до сих пор нас, да? За что, ага? Это же мы, блядь, не смешные шалдары. Короче, братишка, я тебе объясняю, за ситуацию в жизни или в интернете, блядь, не имеет значения. Оскорблять кого-то за глаза, это не по-пацански, на. За действия, за слова нужно отвечать. Ты мне понял? Понял, понял. Понял, да? Да, понял, понял, ага. Что он делает? Агатка, что ты беспределишь? Что, права купил? Это ты ербал 3 семерки в интернете? Да, а что? Это ты беспредельщик. Так, позови этого. Как его там? Sunshine KZ. Да, это я. А что случилось? Ты не узнала? Это ты написала? Выколите мне глаза. Выколет. Ага, на Вайн, что ли? Ну да, это я. Это мое личное, субъективное мнение. А что, вы против, что ли? Чан? Не был? Эрдус? Вот не знаю. Ты, блядь, чмо, следи за своей бабой. Чего она просто так людей оскорбляет? А, чиктыр, кишиндыр. Мен оны сөйлесем, бұлай енді қайталан бөт. Давай сөйлес.
Вот, наверное, который ухватать хотел. Ты пигмент? Ну да. Лови, бля. Ты меня и моего щегла назвал малым, блядь. Ты чё, охренел, что ли? Извините, я больше не буду. Я буду ваш комментарий лайкать. Друзьям буду советовать. Еще раз буду лайкать. Извините, пожалуйста. Кабан, мало будет твоих лайков. Понял? Цепочка, калай, братан, за разома? Да, клево. Так, так, так. Уважаемые, пройдите с нами, с вами хотят поговорить. Вы кто такие? Поговоришь со своими тёлочками на свидание, понял? Брат, давай без лишних слов, а? Ладно. Поговорим. Мальчишка тоже. Ай, пап. Твою мать. Джир. Ничего себе, какие люди. Ну, я так понял, это тот, который ему предлагал еще когда-то. Ты че беспредельщик моего сына избил? Нет. Послушай, уважаемый. Твой щегол первый допустил. Порядочных людей за глаза не за что оскорбил. Теперь еще и за паханом прячется. Ты откуда такой дерзкий нарисовался? Да я тебя за сына завалю. Я тебя завалю за сына. Ты что, бессмертный, что ли? Ну, допустим. Мужичок, слушай. Ты что, думаешь, я просто к задней дам? Подожди. Сержант, братан, ты что ли? Ну что, знакомы? Это же я, Алмаз, Алмаз Базарский. Мазя, ты что ли, блядь? Ну я, блядь! Вообще, я слышал, что ты умер. Тьфу-тьфу-тьфу, сплюнь. Вот вышел из комы, двигайся. Твой сын? Да, мой пацан. Мазя, не обессудь. Твой сын первый допустил. Ты же меня знаешь, я просто так не буду прессовать. Не, брат, в тебе сомнений нету. Давай решим этот вопрос по старинке. Какой базар? Давай. Да, сейчас поколение очень слабое. Не говори. На словах только мы. Смотри, дерутся как тёлки. А в наше время раз на раз позрелищнее было. Согласен с тобой, брат. Наши драки были поконкретнее. Хабиб с Макгрегором отдыхают. А это кто? Извини, брат. Я забыл, ты же только из комы вышел. Ну, бля, кто так бьет? Вообще пипец. Ай, шаван катал. Может, мне в больницу надо? Тебе в спортзал надо. Дерешься, как баба, бля. Позор. Да все нормально, братан. Как говорится, шрам украшает вайнером. Шигул, она была нахтырнав жесткий? Өзі ол бірінші істе ол. Ай, бәлі, өзі қойдың. Біздің кезімізде даже қыздар тұрнамайтын. Саған двоечканды қойып, жақсылап төбелес үйрену керек. Да, братан? Айтпа деген бұл. Сейчас, мама. Сейчас не офигеюсь. О, сәлем, жігіттер. Бола, сәлем. Қалайсың? Жақсы. Ей, балам. Бесіген не болған? Менде бәрі нормал, сізге не болған? Маған не болыпты? Менде бәрі отлично. Жігіттер, мен бар ғой сендерге күштілеп отырып, тамағын айтып қойып. Бұл кірсеш, не ма, төрлет. Жүр, 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 кір, кір. Жүр, ғой, балам. И сен де бір. Так, подожди, пойдем. Не болды? Пойдем, отойдем. Жүрсеш? Поговорим. Сержант, не болды? И чё это такое? В смысле? Чё ты так выродилась? Как? Ты чё, студентка, что ли? Возможно. А чё, тебе не нравится, что ли?
Конечно, не нравится. Ты выглядишь глупо. Нормально шмоткан дышвар. Иди, иди. Алло, кызым? Ау, не болды? Е? Мен салта звонып жатыр. Алло. Иди, иди, давай переодевайся. Я смотрю, ты по-хорошему не понимаешь, да? Теперь я точно тебя закрою. Я тебя предупреждала. Так, ты успокойся, что случилось? Успокойся? У меня сейчас сидит потерпевший качок, который пишет заявление на тебя, на Булу и на братишку. И ты мне говоришь, успокойся? А я все понял. Этот качок не сказал, почему мы на него наехали? Да, сказал. Из-за какого-то дурацкого Вайна Ержана. А почему дурацкого? Щегол пытается реализоваться, а его в комментариях грубо оскорбляют. Базара нет. Если я что-то допустил, без проблем сяду в тюрьму. Но я считаю, был прав. И действовал обоснованно. За семью. Так, Амирханов, дописали? Дописал. Ну что, вы их нашли? Да, нашли. Такие дикари должны сидеть. Они опасны для общества. Тихо, успокойтесь, Амирханов. Мы приняли ваше заявление, будем рассматривать. Не переживайте. Но здесь одна из загвоздка. Они могут написать на ваше встречное заявление. В смысле? Ну, оказывается, весь конфликт начали вы. А согласно статье 131 УК РК «Оскорбление личности», вы можете быть наказаны до 100 МРП, либо привлечены к общественным работам до 120 часов. А потом нам придется поднимать весь архив, и, скорее всего, вы оскорбили еще кого-то своими комментариями. И они захотят на вас написать заявление. Либо я могу любезно попросить их ничего на вас не писать. А вы же, в свою очередь, напишите отказную. И все разойдутся мирно. А цепочку? Ну, цепочку мы вам вернем. То есть вернут. Хорошо. Я согласен. Мне тамақ та дайын. О! Ал, тамақтан алыңдар. Жанараның плоғы деген. Ой, бұл сен өтірік мақтамашы. Ой, өтірік. Жанара. Ну что, қалай? Не қалай? Қазір жалпы түрім қалай дейім. А, ну конечно. О, лучше. Рахмет. Сау бесеш тамақтан? Шего, ты че так радостный, а? Бүргінде, бүргінде 700 подписчик қосылд. И вообще лайк кетіп атыр. А? Комментарий. Комментарий вот все хорошие прям. Красава. Ну, и болса, давайте. Біздің Шеголдың бірінші смешной вайнышын алып қояйық. Давай! Я не понял, блин. Че, серия закончилась? Думал, все закрыть, что ли? Да. А? А за тебя следующую серию кто будет смотреть? Я, что ли? Короче, ничего не знаю. Переходи по ссылке. Под видео. Понял? Так. Классная серия, мне понравилась. Такая вот прям какая-то добрая, веселая местами. Короче, чё по... Давайте сначала. Классно то, что всё-таки слово мамы для дочки очень многое значит. И она всё-таки уступила. Это очень круто было. Вот. Так. Ля-ля-ля, за столом болтали они о петле. А чё, типа, нельзя было говорить этого? Она переживала больше? Ну и, в принципе, ей это не обязательно, конечно, знать. Так, момент с тем, то, что у него нет желания, влечения. С одной стороны, можно понять то, что он после комы. Но с другой стороны, это же мужчина, типа...
и у него столько не было секса. Ну, как-то странно. Но, видимо, тут все-таки просто пока еще не отошел. У него типа акклиматизация такая идет и так далее. Вот, очень круто то, что Була все-таки настоял на том, чтобы отец поддержал сына, потому что и тот хорошо себя поставил, показал в тюрьме. Очень круто. Классно то, что сержант все-таки согласился помочь. Конечно, там долго въезжать, реально там, ну, я так подумал, как объяснить, что такое соцсеть, Инстаграм, лайки и так далее. Ну, человеку из комы надо было бы попотеть. Вот, то, что я удивился, что она к этому же врачу пришла. Ну, обычно за такими вопросами к другим врачам идут. Типа, я не знаю, или психолог, сексолог, что-нибудь такое, короче. Вот. Но, видимо, то, что тот как бы сталкивался с людьми, которые выходили из комы, и все-таки она пришла к нему за советом. Ну, это все нормально, в принципе. Так, Вайн снимать. Прикольно, вот я не знаю, по сути, прикольный Вайн. Я когда понял, что такое Найман. Вот. И как-то, ну, реально забавно смотрелось. Но на самом деле не надо было обращать, в принципе, на комментарии, как и мне пишут, и говорили тоже миллион раз. Потому что даже, ну вот, если большинству нравится, все равно найдутся люди, которым что-то не понравится, и они потратят время на тебя, напишут что-нибудь гневное, там, я не знаю, оскорбят как-то и так далее. Уж я-то знаю. Вот, как бы, ну, тут уж на любителя. Но с сержаном такая тема не канает, и он все-таки решил найти этих беспредельщиков, чтобы те ответили за базар. Вот самый тоже забавный момент. То, как они решали вопросы, и ясен пень, ну, можно было догадаться, что с ними в итоге все-таки свяжется дочь, и тоже как бы будет недовольна. Вот, классная встреча со старым другом, только я не помню момент с базаром. Не знаю, я, короче, не узнал, возможно, он был уже. Если нет, то странно было бы показать какого-то нового персонажа, то, что они знакомы. Вот, немножко не понял, знаете, момент, вот когда они пили чай, типа, по старинке. Что это значит вообще, по старинке они так общались, типа. Я не понял, вот именно в плане монтажа, почему заблюрено фон, где стоит сержант, и, ну, типа, на заднем фоне там дерутся. Зачем они сделали это? Я что-то не понял. И без того нормально было бы. Короче, непонятно, как это смонтировано. Ну, может, я просто не шарю в монтаже. Либо камера так снимала. Фиг знает. Ну, странно, короче, это. Вот. Понятно было то, что не проканает ее прикид с ним. Просто так это не получилось бы. Вот. Еще нужно время, короче, ему. Не знаю. Ну, серии две, может. Хотя, может, следующие там что-то как-то уже. В принципе, он уже здесь ей ответил то, что, в принципе, то, что она нормально выглядит за столом. Вот, классно порешал сержант с дочкой, то, что, по сути, он сделал все правильно, как он считает. И она классно в итоге переиграла ситуацию, то, что тому пришлось бы отозвать заявление. Вот, ну и вишенка на тортике, приятная концовка, то, что все-таки. И это было понятно, что Вайн у него залетит. Я, конечно, думал то, что и без того он бы выстрелил. Но, видимо, все-таки то, что они там порешали вопросы, все это как-то помогло. Вот, неплохая серия третья. Интересно, что будет в четвертой.
но пока еще прям вот толком ничего сказать не могу. В принципе, актеры хорошо все отыгрывают, это уж тоже без базара. Единственное, там вот у мальчишки как-то немного этот, как будто переигрывал. Но вообще, в общем и целом, все круто. Лайк, однозначно. Поддерживайте канал комментарием, ставьте лайки. Если хотите, можете поддержать канал рублем. Буду вообще просто признателен. Все на этом. Всем пока. Check it out.